Привет! Сегодня поговорим о разделении звука для ввода и стрима, чтобы когда вы сохраняете вашу запись со стрима, с нее не вырезали музыку. Нам потребуется сплиттер. Выглядит он примерно вот так. Будьте внимательны, есть сплиттер, который разделяет поток на наушники и микрофон. Нам надо обычный сплиттер, который разделяет сигнал на два. Нам понадобится кабель. Джек. Длина не имеет значения. Берите самый короткий, самый дешевый. В принципе, этого должно хватить. И вам потребуется ваша аудиокарта, встроенная в компьютер. Можно это сделать и с другими аудиокартами, но я буду показывать на примере обычной Realtek-овской аудиокарты. Итак, давайте перейдем к схеме. У нас есть два источника. Это игра условная, то есть то, что у нас мы хотим отправлять на стрим и на запись. У нас есть Chrome, в котором у нас будет играть музыка. Ее мы хотим отправлять на стрим, но не хотим отправлять на запись. И также у нас есть наушники. Мы хотим слышать и то, и другое. Итак, для начала мы выводим наш звук с браузера и игры в отдельные каналы аудиокарты. В настройках аудиокарты можно сделать линейный вход выходом. Делается это в вашей панели Realtek в дополнительных настройках устройства. Из выпадающего меню выбираем выход на передние динамики в обоих случаях. Да, чтобы эта менюшка появилась, вам необходимо подключить провод. Советую вначале посмотреть видео, а потом уже повторять. Мы вывели звук на отдельные каналы. Теперь нам надо свести звук в наушники. Для этого мы будем использовать провод. Для начала подключаем один из штекеров сплиттера в выход, неважно какой. Второй подключаем к проводу мини-джек и вторым концом тоже втыкаем его. Таким образом у нас получается на последнем выходе сумма сигналов. Я обозначил ее вот таким вот розовым цветом. Она идет у нас на наушники. Это то, что мы будем слушать. Теперь мы слышим и то, и другое с двух отдельных выходов. Дальше нам необходимо отправить это все дело в OBS. В настройках OBS, в параметрах трансляции, нам необходимо поставить расширенный и разделить звуковые дорожки. На первую звуковую дорожку у нас идет стрим, на вторую у нас идет запись. Также включаем трек для ввод на Twitch. Далее нам необходимо добавить аудиоустройство. Я надеюсь, вы знаете, как это делать. Если нет, то посмотрите мое видео по аудио. Подключаем на входы наши две аудиокарты. Вот, собственно, наши аудиокарты подключены. Я здесь подписал каналы No Music и Music. Я думаю, понятно. Это у нас игра, это у нас музыка. В расширенных свойствах аудио выставляем галочки вот таким вот образом. Микрофон на первую дорожку, поскольку нам надо его отправить на звуковую дорожку, ту, которая у нас идет на стрим. Далее игру кидаем тоже на стрим, то бишь ставим галочку 1. И музыку нам тоже нужна на стриме. Тоже на галочку 1. Таким образом мы получаем наш смиксованный сигнал на звуковой дорожке 1, которая идет у нас на стрим. И ставим галочки на микрофон и на игру для ввод. Музыку не ставим. Собственно, эту схему подключения я вам скину в описании под видео. Сможете скачать ее и ознакомиться. Ну и, собственно, все. Теперь у нас будет на стриме раздельный звук. На стриме и на вводе. Таким образом, если вы все сделали правильно, на ваших вводах не будет вырезаться звук. На этом все. Я RJDCD. Заходите ко мне на стримы. Всем пока.